Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики. С вами канал Лайф Таро Надежда. И если вы видите это видео, значит, наконец-то траблы с загрузкой на Ютубе закончились. Дело в том, что уже больше суток наблюдается проблема. Возможно, это, кстати, связано с тем, что на Ютубе с ноября отменяют дизлайки под видео. Может быть, слышали, может быть, нет. Если не слышали, это значит, что вы будете видеть сам знак дизлайка, и вы его можете поставить. Даже дизлайк свой любимый для тех, кому это очень важно. Но другие зрители, которые откроют данное видео, будут видеть только количество лайков. Вот, может быть, это новое введение как раз-таки и тормозит общую систему и все, что касается загрузок, выкладки видео и так далее. Напишите мне, кстати, насколько вам важно видеть под теми видео, которые вы смотрите, количество лайков, дизлайков. Мое мнение, вы знаете, мне абсолютно все равно, сколько ставится дизлайков, потому что на самом деле дизлайки – это тоже активность. Но по количеству дизлайков можно так или иначе судить о том видео, насколько оно, например, скандально, или насколько зрители не согласны с мнением автора, или, может быть, что-то действительно такое трэшевое, что вообще выкладывать не стоило. Вот, я хочу спросить ваше мнение. Вам важно, что вы в будущем не сможете увидеть дизлайки под всеми видео? Абсолютно под всеми, которые вы смотрите. Вот, и немножечко отступление было, вот, но я пока связываю это только с этим. А мы сегодня, конечно, смотрим тоже такую сложную тему. Мы смотрим тему большого страха загаданного человека про вас. Что он боится относительно вас? Что навевает его тремор, его переживания, может быть, какие-то сомнения? Мы его мысли тоже посмотрим, мы посмотрим, что он думает. И, конечно, тот самый его самый большой страх относительно вас мы тоже посмотрим. Начинаем мы в любом случае с доброго, хорошего. Да? Карта дурак говорит, давайте, конечно, не будем заморачиваться. Это 22 старших аркана, да, вот как карты могут с нами разговаривать. Говоришь, а дурак говорит, да, забей, да. Все хорошо, ни о чем не думай. Дурак же так живет. Ну, ни о чем не думает, он не смотрит под свои ноги, да, под ноги не заглядывает, что там упадет, не упадет. Он не слышит все, что ему говорят, собачка там бежит, лает, предупреждает, а ему все равно, да, вот живи здесь и сейчас, и все. Зачем тебе о чем-то думать? Ну, вот такое сегодняшнее послание, может быть, это действительно кому-то будет актуально, и кому-то было важно услышать, что забей и живи сегодняшним днем. Вот, но, тем не менее, вот она карта, многие уже знают, что с ней делать. Те, кто со мной впервые знакомится, и, возможно, вы зашли на это видео впервые, добро пожаловать. И это способ загадывания своего желания, упаковка, точнее, своего желания таким образом, чтобы оно сбылось максимально быстро и максимально в полном объеме. Как это все работает, да, какую методику нужно соблюсти, это действительно важно, я тоже объясняю, я вам даю ссылки, где я уже более подробно рассказываю, что, как и к чему. Смотреть сегодня буду на Таро черный гримуар, и рядом еще лежит черное Таро. Потому что мы же смотрим страхи, и многие эти колоды на других людей навевают страх. Это на самом деле неправда. Эти колоды не страшные, просто они обнажают такие вещи, которые многим не нравятся, которые многие не хотят принимать в себе, в других людях, которые говорят, нет, нет, это меня не касается, нет, нет, это связано с кем угодно, только не со мной. Но эти колоды бьют прямо в цель. Не знаю, понадобится мне черное Таро или нет. Вот. Давайте расклад у нас на отношения, поэтому мы смотрим, что происходит в ваших отношениях на данный момент. Кто-то из вас здесь в семье находится. Либо вы, либо ваш загаданный человек. С кем-то совместный быт, общий бюджет там, или совместная жилплощадь, которая делится. И здесь режим ожидания включен какого-то результата или, может быть, уже принятие решения. Вы, зная свою ситуацию, вы знаете, о ком это речь, о вас, о вашем загаданном человеке. Может быть, здесь речь вообще идет о любовных четырехугольниках. Итак, посмотрите, сколько много финансов
Похоже, здесь женщину раздражает, что мужчина для себя принимает какую-то материальную форму взаимоотношений между партнерами. Держится за зону комфорта. Выбирает для себя не эмоции, не выбор душой, а выбор разума, выбор расчета. Меркантильность. Женщину это, конечно, раздражает. Ее недоумение, что как можно цепляться за деньги, потому что только деньгами ты счастлив не будешь. Да, на самом деле это правда. Но и без денег, вы тоже знаете, что в современном материальном мире без денег тоже ой-ой-ой, как непросто. И с милым рай, и в шалаше, но в шалаше тоже... Особо такая себе жизнь. Только здесь женщина больше сторонница того, что вместе можно создать все, да, вместе можно приобрести все. А ты почему-то цепляешься за то, где там что-то у тебя есть, да, что-то у тебя останется, что-то потеряешь. Ваш загаданный человек, ваш партнер, я так подозреваю, что у него так точно есть. Еще здесь вторая. Женщина, потому что именно в этой колоде мы видим карту влюбленные, да, пара держится за руки там на горизонте, еще другая женщина. Кто эту колоду не разглядывал поближе, вот, а вот пара и на горизонте где-то вдалеке другая женщина. В любом случае это выбор, и это выбор, от которого он находится в шоке. Он сам не ожидал, что он так попадет, не хотел, чтобы его так затянуло. Не по доброй воле, и если этому мужчине, видите, дно колоды, здесь башня для вашего загадного человека, здесь все гораздо хуже, чем вам это может показаться на первый взгляд. Здесь и страхи, здесь и опасения, здесь и понимание, что все может рухнуть в один прекрасный момент, и все это обрушится на его несчастную, бедную голову. И если его спросить, хотел ты так или... Ты хотел бы все повернуть вспять, чтобы вот этой ситуации не произошло? Он, конечно, сказал, хотел бы. Потому что девятка мечей нам всегда скажет о шоке, о страхе и о том, что это было настолько нежелаемое событие, настолько ты с этим не хотел столкнуться, что как только ты в эту ситуацию попал, то ты действительно, я попал, да, все, капец. Вы можете, конечно, более такие мощные слова русского языка здесь для себя вслух озвучить. Вот, но вот для него здесь вот буквально капец здесь полный. Такой вот пушистый зверек, да, обитающий в холодном климате. Красивый, пушистый. Снег ему и мороз ему нипочем. Вот такой зверек здесь сейчас пришел к вашему загаданному человеку. Знаете, да, как он называется? Ну, а женщина здесь говорит, ну, я посмотрю, как ты из этой ситуации выкрутишься. Я посмотрю, что ты мне именно скажешь, что ты мне это напишешь. Она, кстати, тоже знает, что сейчас для мужчины та ситуация, которая происходит, она вышла полностью из-под контроля. Быстро, неожиданно, спонтанно. Но, насколько я здесь вижу, вы говорили ему об этом. Может быть, предупреждали даже, но как будто бы здесь все мимо ушей. Я думаю, ваш мужчина уж точно сейчас ему и кается от одной фразы «А я тебя предупреждала». Как будто бы эти слова звучат как приговор для него, да? Ты должен был услышать, ты должен был прислушаться, я тебя предупреждала. Теперь будь добр, получи, распишись, да? Ты находишься в шоке. Он что-то понимает, что здесь какой, знаете, вот начало конца, вот буквально, тут жезл смерть, начало конца, начало перемен, и вообще он понимает, что со всем этим надо как-то уже завязывать. Чему-то сказать «до свидания», а чему-то сказать «здравствуйте» или «добро пожаловать». Страшно ему прощаться с чем-то страшным и вообще свою жизнь как-то менять, поворачивать в иное русло. Ему очень страшно, конечно. Да, давайте его нынешние мысли, да, его мысли вот в той ситуации, которую мы сейчас видим. Что он сам думает о этой ситуации? Что он думает, да? Что ему будет очень плохо, он думает. Уж он-то точно здесь, знаете, вот будет жертвой.
уж ему будет хуже всех. Все идет к тому, и колесо судьбы разворачивается в том направлении, где ему не сдобровать. Ну-ка, давайте посмотрим, что нам все-таки скажет черное таро. Пригодилось. Не думала, но на всякий случай, как будто бы понимала, что здесь двумя колодами надо смотреть данный расклад. Еще что он думает? Карта смерти, да, вот снова здесь колоды дублируют друг друга. Все будет меняться. Ничего не останется таковым, каким оно является сейчас. Трансформация себя ждать не заставит. Ну и все. Вот она снова жертва. Здесь мужчина говорит, я из-за женщины или из-за женщин стал жертвой. А той вот жертве, о которой я говорила, да, что ему здесь будет хуже всех. Бедный, несчастный наш мужчина нам сейчас рассказывает о том, что он самая пострадавшая здесь сторона. Ну, вот так вот. Вы, может быть, с этим согласны, можете быть, да, можете не согласны. А напишите, кстати, действительно ли он в этой ситуации будет чувствовать себя хуже, чем вы, например. Я не знаю, вот та другая, третья сторона, потому что здесь может быть в целом его семья, родные, близкие. Это может быть конкретная женщина, это может быть мать, там, сестра, взрослая дочь, там, начальница, да все, что угодно здесь может быть, да, и кто угодно. Ситуаций много, нюансы могут быть разные. Вот, но хотя бы относительно вас. Он действительно будет иметь более бледный вид. Ему действительно будет хуже. Здесь мы говорим, девочки, не с точки зрения эмоций, да, вот, или даже не в том числе с точки зрения эмоций, сколько с точки зрения его физической жизни. Там его не будут никуда пускать, там за ним будут следить. Он вынужден будет отчитываться. Потому что здесь видится такая какая-то жизнь, которую врагу не пожелаешь, которая вот действительно жертвы и потери. Я столько потерял, и мне от этого плохо. Вот это мне будет очень важно и интересно от вас почитать, что действительно ли он, вот как здесь он рассказывает, или ему верить не стоит, да, что как кур в ощах, и все ему здесь, в принципе, нормально. Не спорьте со мной, как кур в ощах. Здесь мы говорим о том, что там был момент как-то в комментариях, как кур в ощах, это не самое лучшее, что может быть. Я согласна, что не самое лучшее, что может быть. Но вообще-то щи – это овощи, да? А тут кур в ощах, что он тут главный герой, мясной герой. То, что не должно быть вот в этом первом блюде. Вот что имеется в виду, когда... Часто, да, людьми произносится как кур в ощах, что он тут вот буквально первая скрипка теперь будет. В щах обычно постный, да, суп. В основном только овощи. Ну, хотя можете поспорить, но я вам объяснила, что я подразумеваю под этим понятием. Ну, вот жертва, хорошо. Давайте тогда уже будем смотреть его страх, его самый большой страх. И начнем с того, что чего он боится? Башня, вот опять, да. Все рухнет. Мы уже видели в дне колоде эту карту. Она уже нам подмигнула о том, что мужчина опасается разрушения своей жизни, своих привычных действий, своего привычного круга общения, своих привычных, я не знаю, действий, полномочий, зоны комфорта. То, в чем ему было так удобно, так хорошо. И боится, девочки, что от него все отвернутся. Это не просто вы здесь, которая тоже уже здесь злится и говорит, ну давай, да, ты сейчас как уж на сковородке выкручиваешься, пытаешься там передо мной, там выкрутиться, везде как-то пытаешься иметь такой вот благовидный внешний облик. А я на тебя сейчас посмотрю, бесит, да, что ты вот держишься за то, в чем ты можешь быть несчастным, да, или то, что делает тебя заложником того положения, в котором ты находишься. Но здесь мужчина, в принципе, видите, что его не только вы наблюдательную позицию, у него и там, похоже, грозят какие-то либо разборки серьезнейшие, либо действительно и оттуда его здесь будут отправлять. Почему здесь он и говорит, что начало конца, начало перемен очень серьезно, где он жертва из-за женщины,
пострадал. Да, я понимаю, что в некоторых случаях, и можете, девочки, не писать, знаю, что это такая информация, которой не хотелось бы делиться. Но если вы пишете под каким-то другим именем, да, то, в принципе, почему не поделиться, чтобы другие тоже видели, что да, такое бывает, и я здесь не придумываю. И в личных консультациях, но в основном такой вот этот, конечно, обсуждается, что я написала своей сопернице про нашего общего мужчину, чтобы она тоже была в курсе, с кем она живет. И такое, девочки, видите, из-за женщины, да, все. Трындец здесь товарищу настал. Боится. Боится одиночества. И, похоже, у данного загадного человека одиночество – это, в принципе, очень большой страх. Не только касаемо вас, а это жизненный страх. Остаться одному, не удел, никому не нужным, что с этой ситуацией делать. Или как вообще жить и выживать одному. Тогда давайте мы сейчас еще добавим черным таро и будем смотреть самый большой страх про вас. Не на то, не на то. Знаете, вот не на ту лошадь поставил. Вот чего он боится, что он ранее просто свою ставку не туда поставил. Вот видите, палкой в глаз. Вилкой в глаз, палкой в глаз. Он боится, что какого-то хорошего, доброго отношения ему теперь придется выпрашивать, вымаливать. Он очень не хочет выглядеть человеком просящим, умоляющим о чем-то. Он боится, что это придется сделать, что он окажется в настолько сложном, запутанном состоянии, что чтобы отвоевать, там, отыграть себе какие-то блага, придется поунижаться. Боится, не хочет стоять на коленях. Не хочет. Давайте его самый большой страх про вас. Вы убежите. Здесь видите как, что если вдруг я выбираю тебя, а ты просто как от проказа какой-то будешь от меня бежать, что вы откажетесь от него, что вам не захочется иметь с ним никакого общего дела. Угу. Что вы отдадите предпочтение совсем другому мужчине, более стабильному, более надежному. Тот, который для семьи, ради семьи, для дома и ради дома, тот, который... уже изначально с чем-то там, я не знаю, с состоянием, там, с имуществом, с опытом как минимум, да, и умеет, там, рукастый, знает, как деньги заработать, может, с накоплениями. Самый большой его страх про вас, что вы откажетесь от него, убежав к другому мужчине. Здесь и ревность, здесь и страх, что он по сравнению с кем-то вообще ни в какое сравнение идти не будет. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Вот у вашего мужчины страх большой того, что в тот прекрасный момент для него, ну, как обычно, да, в такие вот расклады и камеры у нас всегда ставятся, да, что в тот прекрасный момент, когда он будет готов прибежать к вам, для вас это не будет прекрасным моментом. И вы скажете, поздно, опоздал, или вообще никак с ним не захотите встретиться. Большой страх, что вы его не выберете, а выберете другого. Еще его большой страх. Ну да, видите, что вы к новым берегам, уйдете к другому, к новым берегам. Здесь буквально здесь карты говорят вот просто как по номинальному значению. Уйду к другому. Очень боится, что вы его променяете на другого. Что по сравнению с другим, этот вообще ни в какое сравнение не будет идти. Он просто лузер будет, неудачник. Ни о чем уж. Ни о чем уж. Да, ну вот посмотрите, король пентаклей, здесь король пентаклей. Здесь выбор, здесь вообще бегство, да, но здесь такое плавание к другому. Картина маслом. Здесь колоды повторяют друг друга, говорят нам одной главной вещи. Ваш мужчина дико боится, что вы предпочтете себе другого мужчину. И что вы от него уйдете и не оглядываясь,
в этой карте не оглядываются, там уже все решили. В этой карте здесь просто даже страшно оглянуться, мало ли что-то. Лучше смотреть вперед, чтобы не пропустить, может, какие-то там камни, ямы, не споткнуться и не кувыркнуться, и шею себе не сломать. Вот он, его страх. Хорошо. Самый большой, самый главный страх. Мы его увидели. Давайте посмотрим, а почему он этого так боится или чем подкреплен его страх. А тут знаете как? Он ради вас действительно даже думает о каких-то рисках. Я рискну. Я поставлю на кон то, что мне так важно. Снова, да, у нас карта жертвы, карта повешенного. И я этого лишусь ради нее. А она уйдет своим собственным путем в свое собственное будущее. А тут еще и мужик какой-то нарисовался, да? Он подсознательно готов чем-то рискнуть ради вас. Пусть это его такая какая-то идея, может быть, метафора в его голове, которая какого-то подкрепления в физическом мире иметь не будет. Но мы же смотрим, чем подкреплен его самый большой страх. А подкреплен он тем, что он допускает, что он сможет понести какие-то в жизни потери. А может быть, здесь и вынужденно его возьмут и пинком под зад, да, и потери будут так и так. Он приходит к вам такой вот, я к тебе, а вы говорите, а ты мне не нужен. Это самое минимальное здесь от безысходности. А если мы берем такую ситуацию, что он намеренно, специально, это его стратегия, уйти оттуда с потерями, с какими-то чего-то лишившись, там, я не знаю, там, с лозунгами или с криками в спину «ты козел» и такой сякой, а он гордой походкой дошел до вас. А вы говорите, а у меня есть другой. Вот его страх. И чем он подкрепляется? Что нам скажет черное таро? Да, что он может опоздать. Здесь карты говорят. Вроде бы бежит, а на самом деле уже слишком поздно. Наигорил сам себя. Вот так вот здесь заканчивается расклад, мои хорошие. Знаете, что интересно, что про мужчин? Про мужчин многие просят про себя на саморазвитие, на будущее, на перспективу. Но далеко не все такие видео смотрят. Давайте мы сейчас посмотрим карту, я продолжу. Карта Луна. Вы даже сами не понимаете и не осознаете, когда исполнится ваше желание. Оно исполнится тогда, когда вы этого ждете меньше всего. Потому что Луна у нас туман, Луна у нас сомнения, это не проглядки какие-то. И мы даже не знаем, что, когда и как. Вот, но это сбудется. Даже, девочки, вечером, ночью, либо при каких-то таинственных, необъяснимых обстоятельствах, тогда, когда вы этого даже и не знали. Так вот. Расклад про вас. Расклад про то, что касается именно вас. О закрытых дверях, которые для вас откроются. Вот здесь вот нажимайте, переходите, те, кто еще не видел. Особенно касается тех, кто очень просит расклады для себя любимых. Добро пожаловать и до встречи в новых видео. Пока-пока.